Здесь океан какой-то особенный. Вода теплее, чем где-либо. Волна не такая разрушительная, как на других пляжах. Возле речушки визжит детвора. Нам здесь понравилось. На берегу все сделано с любовью. Старательно, обширно и комфортно. Мы все знаем, как непросто с парковкой возле океана. Но это не про Сан-Педро-де-Моэль. Пляжи здесь обширные и просторные, а вместе с ними вдоль берега растянутые парковочные места. Всегда можно устроиться на берегу недалеко от машины. Городок обеспечивает пляжи всей необходимой инфраструктурой – туалеты, души, раздевалки, кафе и рестораны. Во всем ощущается не только возможность отдохнуть, но и забота местного населения о нашем отдыхе.